Всем привет! Прямое включение из машины. Мы тут едем всей нашей большой семьей. И, в общем-то, отдыхать на выходные. Вы довольны, дети? Дети, вы довольны? Да. Да? Мы только что приехали. Там должна быть вывеска Рэдисон. Вот. Такие дела. Сейчас пойдем заселяться. У-ху! В темноте тоже довольно впечатляющее зрелище. Кстати, тут очень скользко. Я прямо скольжу. Это вам немножечко, чтобы вы посмотрели на меня. У-ху! Вообще, очень круто, мне уже нравится. Посмотрим, что там внутри, что будет интересненького. Ну все, погнали. Это уже карточка. Гирляндочки красивые. Тут, в общем, есть... О! Это я не знаю, что такое. Там есть карта. И чем заняться на курорте? Будем сейчас изучать. Да, мам? Да. Итак, этот момент настает. А, только тут темно. Надо карточку засунуть вот сюда вот. Включаем. И ура! Ого! Как круто! Давайте смотреть. Рум-тур. Вот, ну. О, в принципе, я люблю снимать кроссовки, потому что здесь ковер. Вообще класс! Смотрите, тут можно, в принципе, и танцевать. Это нам выделили на ресепшене. Очень круто. Пока ничего не видно, конечно, за окном. Но посмотрим завтра с утра, какой здесь будет вид. Никочка! Привет! Ну и ванна, конечно, просторная очень. Класс. Мы сейчас обходили в бассейн. Это было просто замечательно. Тут целый комплекс спа всяких и прочего. Просто я такая румяненькая. Давно я не ходила ни в бассейн, ни во всякие хамамы, и вот такая небольшая перезагрузочка. Как раз у меня в университете каникулы, поэтому отлично. Наш ужин, это мы делали киш дома. Там рыба, брокколи, кабачок. Посмотрите на меня, а вот и я. Папа режет нам тортик, хотел сказать. На самом деле мы приехали в Завидово, в отеле Рэдисон. И мы здесь до воскресенья. То есть сегодня четверг вечер. Мы будем еще пятницу, субботу и воскресенье возвращаемся обратно. Мы же в воскресенье возвращаемся обратно или в субботу уже? Ну, в общем, посмотрим. Так что завтра пойдем смотреть, что здесь интересного есть на территории. Доброе утречко. На улице уже светло. Мы сейчас пойдем завтракать. Вот так я выгляжу. Ну что, пойдемте завтракать. Посмотрим, что здесь есть покушать. Я уже проголодалась вообще. Дон Кихот. Ну что, мы идем на завтрак. Там где-то был мой брат. И знаете, наверное, вы можете забрать мою семью. Надеюсь, что вы будете. Это завтрак для нашей самой маленькой Никусечки. Мы тут каждый взял себе кучу всего.
Вкусно? Да. Очень. Это наш стол. Не мудрено. Мы теперь пошли гулять. Вот. Только вышли из отеля. Тут так ветрено. Вообще, меня прямо слышно. Ух ты, смотрите, давайте посмотрим поближе. О, какая прелесть. Тут столько воды. Тут прям лужи реально. Ну что, классно? Там еще Макаров, он катается. Ну что, ребята, я осваиваю новый вид транспорта. По предыдущим видео мы немножечко погуляли, правда, на улице не прям супер комфортно, потому что все тает, идет дождь, немного капает, все тает, и из-за этого очень много воды, которая смешивается со снегом, получается лед и очень скользко. Но тем не менее я освоила новый автомобиль, супер крутой, гонщица просто вот. Теперь я немножечко работаю, потому что я все-таки учусь в универе, хоть у меня сейчас каникулы. Тем не менее, мне нужно доделать кое-какие доклады. Вот, поэтому я все-таки продолжаю над ними работать постепенно. У меня еще есть время, поэтому все отлично. И еще я вам сейчас кое-что расскажу. В общем, как вы могли видеть из моих прошлых видео, я занимаюсь бальными танцами. И после того, как я переехала в Париж, я встала в пару с партнером. Он живет в Ливане, и мы танцуем за Ливан, соответственно. И так мы живем в разных странах. На данный момент вообще я нахожусь в России, он у себя дома. Поэтому мы тренируемся вместе онлайн. Мы включаем видео через какую-то социальную сеть, типа WhatsApp какой-нибудь там и так далее. И делаем какие-то упражнения вместе, танцуем прогоны. В общем, я только что закончила тренироваться сейчас. У нас с партнером была тренировка. Вот. Я вся мокрая. Пойду теперь в номер. Мы делали прогон. И теперь я пойду пить чаёк. Сегодня вечером по плану я пойду еще в этот в спа-центр, чтобы снять напряжение мышечное. Ну что, добрый вечер. Мы сходили в бассейн и в баню. И сейчас пойдем уже на ужин. Да, Ник? Да? Пойдем ужинать? У нас тут музыка играет. Вот мой маленький дружочек в моей модной тапке. У-ху! Мы пришли на ужин. Кто-то уже взял тарелочки. Тут десертики, о божечки. Какая прелесть. Давайте посмотрим, что здесь есть. Всякие салаты. Моя любимая кукуруза, я обожаю кукурузу. Это не знаю, сейчас посмотрим. Куриный мак. А вот там дальше сейчас посмотрим. Что такое? Здесь тоже всякие закусочки. А там горячее. Ой. Тут пюре, курица, паста с томатным соусом. Просто супер. Ну все, мы пошли кушать. В общем, я взяла себе овощной рататуй, кебаб, пюрешку, булочку, она с сыром, какая-то вкусная. Это салат, это смесь цезаря. Я добавила некоторые ингредиенты греческого. Макар, что ты ешь? Я курочку с пюрешкой и сделал себе цезарь. Уже почти доел. Это еще не все. Сахар там тоже есть уже. Овощи вон. Вот булочка еще требуется. Самый главный посетитель. Тут есть детская комната. И напротив нее прям буквально стоит, находится клуб ночной. И ты вроде как бы в детской.
и вроде как бы в клубе. Сейчас я вам покажу мою сестру, которая бегает и радуется. Ника! Она от меня убегает! Скажи привет! Привет! Вот! Сейчас мы с вами пойдем посмотрим быстренько, что там творится в ночном клубе. На минус первый этаж там была дискотека, которую мы зажгли. Понимаете, да? Звезды этого танцпола. Вот. И сейчас мы возвращаемся уже в номер. Такой у нас, в общем, чил отпуск. Третий. Трехдневный. Третий. О, это наша. Мы пошли, все. Хотела сказать, что в Завидовой есть довольно много разных развлечений. Таких как, например, катание с горки на тюбингах, катание на коньках, на лыжах. Но, к сожалению, из-за того, что погода не очень, идет немножечко дождь, и снег тает, и все это превращается в лед, то все эти занятия не очень доступны. Но, тем не менее, можно брать на прокат различные там машинки и все такое. Вот это мой брат, если что. Впечатление. Поэтому мы очень много отдыхали, ходили в бассейн, всякие сауны, хамамы. И это было просто очень классно. Это шикарная возможность на пару дней перезагрузиться, отдохнуть, подышать свежим воздухом на улице. И прям отлично. Ну что, друзья, мы уже сейчас уезжаем. Скоро, буквально. Немножко погуляем, мы уже поедем обратно. Конечно, мне очень понравилось. Отдыхаем здесь, очень уютно. Вот. Еще, конечно, сегодня погода хорошая. Вчера было дождливо, и вчера толком мы никуда не ходили. Так, чисто немножко погуляли. Вот, поэтому так. Но все же хочу вам сказать, что вот на таком красивом фоне, что очень мне понравилось. Отель очень классный, очень уютный, прям супер, сегодня прям солнечно, там центр проката внизу, где можно все брать на прокат. Но сейчас, конечно, как бы ни катка, ни лыж, но все равно очень, очень так живописненько, я бы сказала. Поэтому я думаю, что мы еще сюда приедем. Где этот мой пупс?